Ростовского губернатора. Эрев тоф декула, анимилца на этот час. Сейчас наступает ключевой момент праздника. Мы просим господина Трегермана от имени днепропетровских областных властей зажечь ханукию, прочитав три благословения. Вообще-то надо читать два, но третье читается для тех, кто сегодня в первый раз в этом году увидит ханукальные огни. Все готовы? Ну, я тоже вроде готов. Итак, первое благословение. Баруха та Адонай Элоэйну Мелех, Аолам Ашер Кедешану Бемитсватав, Вецевану Ласадик Нейр Ханука. Амен. Баруха та Адонай Элоэйну Мелех, Аолам Шаасу Нисим Лаватейну, Бемим Аэм Бизман Азар. Амен. Баруха та Адонай Элоэйну Мелех, Аолам Шаэйну Бехаэм Ману Вегиану Бизман Азар. Праздником. Действительно светлый праздник, когда случаются чудеса. И это приятно, когда происходит накануне Нового года. Нам сегодня всем вам вместе с вами нужны чудеса. Чудеса, которые изменят нашу жизнь. Ну и, наверное, всем нам я пожелаю только одного. Мира, который нам сегодня так необходим. Я хочу, чтобы мы в 2015 год вошли с миром. А для наших деток исполнение всех их самых сокровенных желаний. И пусть Новый год пройдет только с улыбками и с добрыми пожеланиями. Спасибо, всех с праздником! Добрый день, горожане! Светлый праздник Хануки – это не только праздник добра и света. Есть такая хорошая традиция у еврейского народа в эти дни садиться за стол, приглашать своих друзей, и не только друзей. И они умеют мириться. Поэтому я поздравляю всех в эти дни с большим качеством человеческим прощать друг другу, объединяться и примиряться. И хочу пожелать всем мира. С праздником! Как Ханука Саня! Дорогие друзья, я всех щиро вітаю із світлим святом. Це свято перемоги, світла і добра. Багато-багато років тому мій народ переміг. І 8 днів горів вогонь і не згасав. І в цей день я, звичайно, хотів би побажати моєму українському народові, частиною якого я теж є, щоб всі ми перемогли в цій боротьбі. Добрый вечер, друзья. Хаг Ханука Самеах. Я хочу от имени государства Израиль поздравить вас всех с замечательным праздником, праздником Ханука. Я думаю, что в израильском календаре есть очень много дат, часть из них веселых, часть из них грустных, печальных, радостных. Но это единственный праздник, который называется праздник света и чудес. Все мы помним эту историю, когда масло, которое, в принципе, хватало на один день, горело все 8 дней, хотя прошло уже много-много-много столетий, мы все равно вспоминаем это как чудо. И я думаю, что на сегодняшний день государство Израиль является тем государством, где все невозможное становится возможным. Человек своим трудом, своими какими-то добрыми делами, своим упорством, усилием может делать и творить чудеса. Я хочу пожелать вам всем свет этой хануки, который мы только что зажгли, в ближайший год нес нам только хорошие вещи, чудеса, мир, покой всем вам и вашим семьям. Спасибо большое. Хаг Ханука Самеах. Праздником Ханука, дорогие друзья!
Вы знаете, мы сейчас стоим на площади героев Победы, героев Майдана. Это очень символично. Наши предки воевали за то, чтобы у нас было будущее. Они воевали, их было очень мало, хоть и логично не было вообще никакого смысла воевать. Они были не обучены, у них не была армия, и было очень мало. Они воевали только до того, что они верили, что это правда. Они воевали, потому что они чувствовали, что эта война справедлива, что это война против Всевышнего. И поэтому мы видим действительно вот эти чудеса, которые благодаря этого сегодня, с этой малый свет, который мы носим сегодня, чтобы каждый мог носить этот свет себе домой, чтобы каждый мог прогреться этим светом. Это свет, который мы зажигаем. Это символизирует свет любовь, свет вера, свет надежда. Дай Бог, чтобы пришло в Украину настоящая стабильность, радость, благополучие. Это все может только быть, когда есть настоящая вера, правильный путь, вера во Всевышнего. С праздником всем! Добрый вечер, с праздником света, с праздником добра. Заметьте, это праздник, в который символически мы зажигаем свечи. Горят свечи. Свечи – это тепло, и свечи – это свет. Я не буду вам долго зарывать голову, я хочу сказать только одно. Сделайте какой-то шаг по воспитанию ваших детей, какой-то шаг по воспитанию вас самих. Сделайте сегодня какой-нибудь поступок, благодаря которому окружающим, другим людям, не вам самим, но кому-то, станет щеплее и станет светлее. Во-первых, сегодня еще можно зажечь свечи, поэтому, вернувшись домой, посмотрите, может кто-нибудь из ваших друзей, знакомых, родителей, родственников еще не зажег. Помогите ему, напомните об этом, дайте ему свечи, покажите благословение. Во-вторых, сделайте какую-то вещь, чтобы кому-то стало лучше. Дети, обязательно позвоните родителям. Взрослые дети, тоже позвоните своим родителям. Поздравьте их с Ханукой, им очень-очень будет приятно. Займитесь сегодня со своими детьми, сядьте с ними за стол, угостите их пончиками, попейте чаю с ними. Сделайте что-нибудь такое, чтобы благодаря вам еще стало лучше. И с праздником чудес. Пусть их будет побольше в это непростое время вашей замечательной жизни. Добрый вечер, дорогие днепропетровчане, уважаемая еврейская община. Я хочу всех нас поздравить с сегодняшним светлым праздником, праздником Ханука. Это праздник тепла, добра, уюта, мира. И действительно, в нашей многонациональном городе, в нашем Днепропетровске, нас всех объединяет дружба. Это армяне, грузины, евреи, ромы, греки, литовцы. Я всех, наверное, не перечислю, но я хочу всех поздравить сегодняшним праздником. Праздником, еще раз скажу, самое главное мира. Дружба обязательно сохранит нашу Украину. И всех хочу поздравить вот с этим светлым праздником, зажжением свечей. Это все говорит о том, что скоро у нас действительно наступит мир. С праздником!